Привет! Вы на канале Just Play, и с вами я, Варя Саранцева. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам счастья, улыбок и много-много-много подарков! Ведь подарки – это классно! Я хочу вам сказать огромное спасибо, что в этом году вы ставили лайки, комментировали наши видео и подписывались на наш канал. Нам очень приятно! И, конечно же, в 2018 году мы будем вас радовать новыми роликами и интересными видео. Спасибо вам! С Новым годом! А еще, друзья, мы получали огромное количество вопросов под нашими видео. Вопросов очень много, и я не смогу на них всех ответить. Мне еще домашку делать. Но на часть я отвечу. Начинаем? Варвара, как ты училась говорить голосом Маши? Никак. Это у меня само получается. Вы в каком городе живете? Я живу в Москве. Варя, ответь, пожалуйста, сколько тебе лет? За ответ заранее спасибо. Мне 10 лет, но 16 февраля мне исполнится 11. Варя, это правда, что ты озвучивала сестры Маша и Даша, а? Не совсем. Даша мне помогала озвучивать Алина Кукушкина, а Машу я сама. Вы участвовали в телепрограмме «Лучше всех»? Да, я участвовала в программе «Лучше всех». Скажу вам по секрету, я немножечко волновалась. Мне больше всего запомнилась музыка, под которую я выходила. Надоело быть с маленькими миленькими, надоело быть с маленькими миленькими. Такого не может быть, как ребенок озвучивала Машу. Она шо, в студии была? Да, я была в студии, и я там озвучиваю Машу. Сначала мы туда приходим, пьем чай, потом мы идем в студию звукозапись, там Алина со мной сидит и режиссер, и Борис Котневич, он мне помогает со звуком. Когда я озвучиваю Машу, мне очень весело, и я ни капельки не устаю. Алина мне говорит фразу, а я повторяю за ней. Вот так вот это делается. Песню Маши уже посложнее немножечко. Там надо правильно брать нужные ноты, с характером все петь. А ты можешь еще сделать распаковку с таким же логотипом про Kinder Joy или про Kinder Brownie? Про Kinder Joy мы только недавно снимали. Называется Kinder Joy Revisoro. Мне очень понравилось быть ревизором, как Елена Летучая. Чисто. Откуда золотая кнопка на камине на самом верху? Всего-то 721 подписчик. И девочка Варя очень милая и красивая. Сейчас у нас на канале практически 18 тысяч подписчиков. Мишка эту кнопку получил, когда набрал 1 миллион подписчиков. Я надеюсь, наш канал Just Play когда-нибудь тоже получит такую кнопку. Я очень этого хочу. Так что подписывайтесь на наш канал. Замечательная девочка, живая и очень непосредственная. Было интересно посмотреть на голос Маши вживую. Это канал про распаковки или планируются еще какие-то материалы? Пока не знаю, спрошу у режиссера и обязательно отвечу вам в следующий раз. Откуда все эти киндеры? Если честно, то я не знаю, откуда они появляются. Но мне очень нравится их распаковывать. Нравится ли тебе сниматься в роликах Just Play? Да, мне нравится сниматься на канале Just Play. Это очень круто! Круто! Обожаю тебя! Сразу подписалась. Сколько тебе лет? Ну, на этот вопрос я уже отвечала, но на всякий случай скажу еще раз. Мне 10 лет, но 16 февраля будет 11. Друзья, спасибо за все теплые слова и ваши вопросы. Задавайте в комментариях под нашими видео новые вопросы, и я периодически буду на них отвечать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и заходите в соцсети. Пока-пока! Все куда-то попрятались птицы, в облака упорхнул соловей. Ведь не может оркестр получится, раз согласия нет у друзей. Музыкантам приходится туго, да
же маленький сразу